Привет, народ! Решил выскочить под вечерок, под самым-самым вечерок, рыбалочка спонтанная, буквально у меня есть пару часиков, поискать с бережка щучку, может быть, окуня. Взял с собой лайт до 16 граб синапс, там он, речка у нас находится. В общем, сейчас быстренько собираю снасти, не теряю время и попытаемся походить. Береговая рыбалочка у нас будет. Ну что, поехали. Так, синапс твичевый. 4 до 16. Ребят, ветер ужасный. Порывы бывают такие, до 24 метров в секунду. Так, вот он синапс. Катушка Ультегра будет 2500S. 0,6 шнурочек и флюорокарбон я намотал 0,3 миллиметра. В общем, будем пробовать сейчас и с флюором. Так, вот уже полчасика, наверное, уже бросаю. Ну, голяк. Ни единого тычка, но, знаете, ветер начал стихать. Дождик прошел небольшой. И ветерок стихает. В общем, это уже вторая точка. Но глухо. Вторая даже или уже третья. Третья, да. Ну, в общем, сейчас я пойду, наверное, чайка попью. Ну и пойду дальше. Есть, народ. Есть, так и есть. Такие поклевочка есть. Окушок. Ой, блин, стала в траву. Тянуть быстрее. Там кувшинка. Первый заброс на новой точке. Ну, похоже на окуня. Да. Похоже на окуня. Довольно-таки, я вам скажу, неплохого окуня. Знаете, что сработало у нас? Грузик стоит Токио Риг, чтобы вы понимали. Смотрите, какой окушарик. Я только пришел, только стал на точку. Первый же заброс. Тук и есть. Вот он, красавчик. Бля, иди сюда. О. Так, а сработал у нас рачок. Вот фанатика. 2,2 дюйма. Не помню, как он называется. Гена их очень любит. Эти рачки. Такой я поставил. Он и окуня может взять, и щучку тоже. Токио Риг. Видите, монтаж. Монтаж у нас, видите, Токио Риг. Вот так вот. О, а ну-ка. Погоди-ка. Видите, Токио Риг монтажик. Так, ну все, классный окушок, отпускаю я его. Сегодня тоже в планах рыбки взять домой нету, но окушок хороший, неплохой во всяком случае. Давай, беги. Вот так вот, давай. Оп, пошел. Все, красавец. Блин, супер. Первая моя береговая рыбка, уже не знаю, спустя сколько, лет, наверное, 20. Есть еще один полосатый. Этот, наверное, поменьше предыдущего. Ну да. Этот гораздо поменьше. Ну тоже. Приятно. Видите, как закушал рачка. Такой барбос. Ух ты, блин. Удар хороший был.
Это было похоже на щучку. Ну мимо. Ай, сошел. Да, но был. Тоже слышно, что окунь. Головой трясет. Где-то аж там дальше. Где-то на середине стоит. Блин, ох и ветер. Что тут такая площадка интересная. Конечно. Немного некрасиво после себя оставлять ситру. Ну, ребята, это я тут могу сейчас побросать, смотрите. Это эрудит. Когда-то еще в 2011 году мы там пляж делали. Ну туда не знаю, туда, наверное, не пройти, не знаю. Сейчас побросаю здесь. Есть народ. Опять окунь. Или щучка такие на этот раз. Там кувшинка, блин. Надо форсировать. Щучка. Да. Щучка. Щукарик, иди сюда. Вот она. Ребятки, вот она. Ух ты, и спала тут же уже. На берегу уже и отпала. Видели? Подожди, сейчас тебя выпущу. Вот такая. Народ таки увалила. Еще и щучка у нас. Так, давай сейчас хоть фоточку сделаю. Ребятки, для инстаграма сейчас сделаю фоточку. В описании будет. В общем, ссылочку там где-то оставлю. Давай так вот на щучке сфокусируйся. Ну, в общем, карандашик, конечно. Сейчас уйдет домой подрастать. Но я рад и этому. В общем, отзывается, видите, рыбка. Спонтанная рыбалочка, вот так вот она и есть, видите, приехал. Что-то и поймал. Так, давай. Пошла. Классно. Блин, все я говорю. На юшку. Меня там уже и подкалывают пацаны. Макс Рыбачок, есть тоже такой канал. Все, меня подкалывает. Все слышу о юшке, слышу, а нету ее. Когда она будет? Я сказал, что уже будет, но, блин, видите, опять с собой не взял котелок. Хотя планировал, у меня есть новенький котелочек, маленький. Хотел как раз его показать, рассказать, но, наверное, отдельное видео сниму. Ну, в общем, смотрите, видите, работает монтажик у нас Tokyo Rig. Ребятки, сейчас как раз актуальное оно в эту пору, когда уже трава начинает подниматься, кувшинка, видите. Вот сколько одна, у нас есть запас. Классно. В общем, короче, сейчас пробую дальше еще рыбачить, пока есть улов. Такое. Да, тут хорошее местечко, тут глубина есть. Есть, народ. Вот она, кушарик. Иди сюда. Тыкнуло было, я подумал, что может зацепчик какой-то. Да нет, все же это он тыкает. Тыкает, мыкает. Окушок, видите? Но не крупный. Это, конечно, мелкий. Tokyo Rig, я вспомнил, как называется этот рачок, это лобстер. Вот фанатика, 2,2 дюйма. Полосатый разбойничек. Ну, мелкий, давай, беги.
Блин, ну классно, конечно. С берега все же, все что-то есть в этом. Рыбалочка с берега, что-то в этом есть. Такой вот катерочек. Ребят, кто-то говорит, знаете, смотрю, это есть такой группа у Facebook, любители рыбалки Кременчуг. Так вот, кто-то там пишет, ловите на две удочки, а как же ж запрет, один крючок. Да вот вам катерище какое огроменное, нерест. Сегодня у нас какое, дай бог памяти, 26 апреля. Волна пошла. 25 апреля. Вот он, катер какой, пошел. А вы пишете, рыбалка на два фидера, ё-моё, капец. Так, а вот я, ребят, подхожу к тому пляжику, где мы когда-то его делали. К сожалению, тут уже все забором оградили, не пройти к воде. Жаль, конечно, там тоже можно было бы побросать, может сейчас и получится. В общем, видите, да, пляж этот, конечно, немножко подзарос, но я думаю, к лету его приведут в порядок. Не, ребят, есть проходик, вот этот пляжик. Вот он, этот пляж, который мы когда-то делали. Андрюха тогда Гуржий был. Привет ему, кстати. Я думаю, будет меня смотреть. Вот он, видите? Игорек Поляничка тоже был тут с нами. В общем, короче, вон этот пляж, как его тут сделали. Благоустроили. Вот так вот. Не знаю, можно сейчас сюда заходить или нет. Ну, я зайду. Вот так вот тут сделали. Ну все, я буду дальше рыбачить, особо в это углубляться, так бы сказать, не буду. Ребятки, это место мне, к сожалению, не принесло результата. Тут я бросал минут 20, ни одного тычка. Но тут, конечно, и глубина гораздо глубже. Тут там глубина, не знаю, наверное, около 5 метров точно. А сюда вообще пошла яма, наверное, метров 9 раньше была. Ну, там нету тут смысла и пробовать. Здесь рыбы нету, сейчас весна ранняя. Весна, поэтому, ну, сам разгар весны, там искать рыбу не стоит. Нету смысла. Сейчас пойду вернусь, еще бросаю. Первое мне место, где я поймал окушка, потому что солнышко уже практически село. Мне осталось буквально минуток 10-15 половить и все. Есть, народ, есть. Удар. Ну, знаете, это окушок слышу. Ну, удар, блин, такой был. Такая подача была. Я думал, что это щука. Но нет, окушок и такой, не сильно крупный, он вышел на глисерь. Ну, с ударом был. Вот он. Вернулся на то место. Да ну что, неплохой окушок. Вот такой вот. Все-таки я уже под вечерочку, можно сказать, что закрылся. А ну-ка, открой ротик.
Вот так вот, ребятки, видите, вот такой вот окушочек. Токио Риг сработал. Так, сейчас тоже надо фоточку сделать. В общем, ветер не прекращается. Сумасшедший, просто дует такие порывы. У нас, наверное, уже месяца два. Это все продолжается. Вот так вот, иначе. Просто я проводку-то практически я не слышу. Я провожу вслепую. Касание еле-еле по кончику видно. Еле-еле в руку. В этом синапсе с этим, в принципе, неплохо все. Так, ну что, беги давай. Так вот. Ну что, сейчас пытаюсь еще. Солнышко уже, он уже, оно, в принципе, оно уже практически на горизонте. Волна, блин, сейчас ноги все зальет. А вы говорите запрет. Все, береговая рыбалочка, я считаю, у меня получилось. Все, ребятки, пальцы вверх, подписывайтесь на канал. До скорой встречи, пока-пока. Чуть камеру не забыл.